слышишь, как Господь говорит, оставя, так и подобает нам сотворить всякую правду, то это сильно бьет всякую душу, противящуюся Господу, всякого гордеца, себелюбца, бунтовщика, против Богом установленного порядка. И как предтеча сначала сопротивлялся по благим видам и причинам, говоря, аз требую тобою креститься, и ты ли грядешь и ко мне? Но великое явил по благодати Божьей послушание. Сего и нам, Господи Иисусе Христе, даруй отвергнуться своемудрие, самонадеянность, самоутверждение, особенно в Церкви Христов, да и везде, перед лицом Бога, и припасть ко Спасителю, совершающим дело спасения. Не все человечество и не всю тварь пришел Господь спасти, как некоторые думают, наделяя все человечество, как еретики, которые все человечество наделяют свойством личности. И как и в наше время слышим от многих, увы, не понимающих разницу между сущностью и естеством. А ряд конкретных личностей, которые у Бога наперечет, во своя приедет. Как мы слышим, например, у апостола Павла, которому Господь сказал, не бойся, Павел, у меня много в этом городе моих людей. И дерзают. Это те самые люди, которым Бог положил на сердце алкать и жаждать правды Христовой. Никого попало, и не всех подряд. И не безразлично всю тварь. Господь идет спасти, а только возлюбившим, как сегодня слышим, мы чада, тити, явись благодать Божия спасительная всем человекам, всем возлюбившим пришествие Его, явление Его. Кто же эти невозлюбившие? Тем, кому, как говорит тот же апостол, в Духе Святом, пошлет Бог действие заблуждения, не принявшим любви истины. За нелюбви истины не приешь. Безразличным людям, равнодушным к святыне, к истине, к единому, но потребу, невидимому, которое вечно, по причине не безразличие, к видимому, которое временно. И где же сокровище ваше, то будет и сердце ваше. И не может человек служить двум господам. И это являет нам сегодня предтечем на берегу реки Иорданской. Аз требует тобою креститесь. И мы требуем креститься от Господа. И Господь исполнил это требование, крестил нас грешно. Явиться во Христа крестись, во Христа должны облечься. А мы не облеклись, и я грешно не облекся. И поэтому призывает Бог к покаянию всякую душу крещенную, пока не поздно.
Покайтесь и веруйте в Евангелие. Пересмотрите, подвергните ревизию. Все, в чем совесть обличает. Совесть же не какая-нибудь общечеловеческая, которой нет, а личная совесть, которая есть искра Божия, от Бога данная всякому доброму человеку. Так как Господь есть, как мы слышим в молитве первого часа, просвещая и освещая всякого человека, грядущего в мир. Есть избранные Божии, и никто, кроме них, не войдет в рай. Потому что много званых, а мало избранных. Дорогие братья и сестры, греет душу любящего Бога человека, хотя бы и грешного, но кающегося в своих грехах. Это предтечево смирение прежде всего, когда слышишь, ты ли грядешь ко мне. И еще больше согревает и упокаивает душу, дает ей неодолимый порядок внутренний, несокрушимый, который дает и мужество, и все. Когда Господь говорит, остави ныне, так подобает сотворить нам всякую правду, и сам подклоняется под руку раба и исполняет эту правду. О благость, о кротость Христова, о неизреченное Его незлобие, как влечется к этому душа христианская. Но не может душа христианская принять этого незлобия, этой благодати, этой святости, этой доброты, если не порвалась со всякой полуправдой и ложью. Только чистую душу любит Господь. Не в том смысле, что мы все чада Адама, но возлюбившую чистоту. Это и есть чистая душа. Возлюбившую чистоту. Праздником вас, дорогие братья и сестры, да укрепит нас Господь Бог, святости и благодати Божией. Аминь. Спасибо.